Ребята, всех приветствую на моем канале, добро пожаловать! Сегодня разберемся, что делать, если при копировании какого-либо файла на флешку или диск вы видите сообщение «файл слишком велик для конечной файловой системы». Сначала мы поговорим, почему это происходит. Причина заключается в том, что когда вы копируете файл, который имеет размер более 4 гигабайта, у меня размер файла 5,5 гигабайт, на флешку, диск или другой накопитель файловой системы FAT32, а у этой файловой системы есть ограничение на размер одного файла. Отсюда, соответственно, и сообщение о том, что файл слишком велик. Что делать в такой ситуации? Здесь все очень просто. Значит, если вам нужны данные на флешке или на диске, куда вы копируете файл, тогда вы просто-напросто перенесите их, скопируйте для того, чтобы они сохранились у вас в целостности и сохранности. Значит, после того, как вы скопировали, переходим в мой компьютер, ищем вашу флешку, нажимаем правой клавишей мыши на флешку и выбираем «Форматировать». Здесь, ребята, нам нужно выбрать файловую систему, выбрать NTFS. Если вам не принципиально, какая файловая система, значит, вы выбираете NTFS файловую систему и нажимаем «Начать». Здесь нас предупреждают, что все данные на этом диске будут утеряны. Нажимаем «Ок». И дожидаемся завершения форматирования. Есть, форматирование завершено. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот моя флешка, вот мой файл. Пробуем его перекинуть на флешку. Как видите, идет копирование. Ребята, таким образом вы можете устранить проблему, когда вы видите сообщение «файл слишком велик для конечной файловой системы». Друзья, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно оцените видео лайком, подпишитесь на мой канал. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи, увидимся в следующем видео. Пока-пока.